спасибо большое, что пришли. Как я и говорю обычно, если у вас возникает вопрос по ходу выступления, вы поднимайте руку, да, или давайте мне знать, я обязательно дам возможность вам высказаться или задать вопрос. Не обязательно ждать для этого окончания презентации. Кать, можно следующий слайд? Говорить мы сегодня будем про то, какие проекты реализуют организации гражданского общества не только в России, да, но и в разных странах, и в России те, которые остались. Как можно оценить успешность этих проектов, да, потому что это важно, потому что не только сам процесс нам важен, да, но еще важно понимать, что можно изменить силами гражданского общества. Я приведу несколько практических примеров такой оценки эффективности, и дальше мы перейдем к вопросу о том, что же еще стоит продолжать делать в России. Тут, правда, вот ракета летит, но эта ракета должна, кажется, стремиться куда-то вниз, да, потому что антитренды, которые мы с вами в прошлый раз обсуждали с теми, кто был, они, конечно, свидетельствуют о том, что прозрачность и подотчетность начинают стремиться куда-то вот не в ту сторону, да, куда бы нам хотелось, чтобы они стремились. И речь здесь идет в том числе о... Сегодня вот как раз Государственная Дума проголосовала за фактическую отмену декларирования доходов. Посмотрим, как это тоже все будет развиваться. Катя, следующий слайд. И давайте посмотрим для начала на организации гражданского общества. Это такой схематичный, конечно, портрет, да, потому что каждая организация уникальна. Но есть определенные общие черты, которые выделяют исследователи у тех НКО, которые вовлечены в антикоррупцию. Как правило, они зависят от финансирования иностранных доноров. Да, мы видим минусы этого. Сейчас в России большая часть этих организаций, а может даже все, имеют статус иностранного агента, в лучшем случае, да, именно поэтому я говорю о контррулении, потому что это такой прием высокоэффективный, когда ты должен повернуть направо, да, и тебе нужно для этого повернуть налево. И вот постоянно находятся некоммерческие организации в ситуации этого сопротивления, да, общему тренду, который задается правительственными структурами, и нужно находить инновационные подходы, и очень часто сотрудники НКО более продвинутые, например, чем сотрудники государственных органов, да, потому что у них вот этот стимул развиваться постоянно есть. Очень часто продвигаются такие некоммерческие организации политически активными молодыми людьми, потому что антикоррупционная повестка – это хороший повод для того, чтобы засветиться, да, в том числе на публичной арене, для того, чтобы заявить приверженность определенным принципам и дальше использовать это для политической карьеры. Их создание вызывается определенным общественным интересом, потому что если мы посмотрим опросы общественного мнения, почти все они фиксируют то, что людей беспокоит коррупция. Да? То есть коррупция, как правило, в топ-3 проблем, которые считают люди важными. Ну, конечно, в период войны немножко сдвигаются, да, меняются приоритеты, но тем не менее, да, вот как правило, в вопросах всегда фигурирует коррупция как препятствие. И, наконец, в основном эти НКО считают, что люди их поддерживают. Да? Ну, если мы посмотрим на то, сколько, например, собирают фандрайзинговые компании, тут могут возникнуть вопросы. Это зависит еще и от определенных способностей, да, от навыка самих этих организаций. Следующий слайд. Можно вопрос? Да, конечно. Вот это, то, что вы говорите, это касается именно как раз НКО в России? Или нет, вообще, в целом. То есть в мире тоже обычно это поддерживается? Да. Вот именно вот с финансовыми... Абсолютно, да, абсолютно. Грантовые поддержки. Да, большая часть – это все-таки грантовые деньги. Да. Ну, то есть это вообще для НКО, даже не только для антикоррупционных НКО. Да, но вот некоммерческий сектор в качестве основного источника финансирования использует гранты. Это такая общая схема. Каких-то международных организаций или, то есть, условно, какой-то... Да, как правило, международные организации. Но если мы берем антикоррупцию, то главные доноры антикоррупции – это USAID, американское агентство, и Европейский Союз. То есть у них есть специальные программы. Также у Всемирного банка много программ. Да? И вот в следующий раз мы будем говорить про бизнес и антикоррупцию. Например, когда Siemens проворовался очень сильно в 2008 году, был крупный коррупционный скандал. И в качестве обязательства, добрый вечер, у Siemens, ну, фактически Siemens вменили в обязанность внедрять антикоррупционные программы. Да? И Siemens тоже стал таким спонсором антикоррупционных программ на будущее. Вот, то есть здесь есть такие вот моменты. Да, значит, если мы посмотрим, то есть для начала нам надо обозначить, что вообще может организация гражданского общества
сделать в плане антикоррупции. И, конечно, мы здесь понимаем антикоррупцию очень широко. Речь идет не только о борьбе, да? Речь скорее идет о предотвращении, потому что, опять же, в прошлый раз мы обсуждали разные стратегии, пришли к выводу, что эффективной стратегией является стратегия устранения причин коррупции. Да? А здесь нам не справиться силами только правоохранительных органов, которые будут ловить коррупционеров, то есть их нехороших негодяев, и сажать их в тюрьму, да? Потому что на их место, скорее всего, придут другие. И для этого нам нужно постоянно думать о создании условий, когда нарушать становится невыгодно. И вот отсюда у нас появляется необходимость работать на предупреждение. Да? И для этого гражданское общество, ну, по крайней мере, так определяет эта конвенция ООН против коррупции, может реализовывать проекты, которые помогают увеличивать прозрачность и содействуют вовлечению населения в процесс принятия решений. Я приведу конкретные примеры, пока только вот обозначаю то, что есть в конвенции. Это проекты направлены на то, чтобы обеспечить эффективный доступ к информации. Да, это тоже был тренд, который мы уже увидели в прошлый раз. Принятие законов о доступе к информации, в частности, о деятельности органов власти, практически во всех странах. Да? Дальше. Это проведение мероприятий по формированию нетерпимости к коррупции и реализация специальных программ образовательных. И, наконец, защита свободы, поиска, получения. То есть здесь уже более широкий подход, да, не просто создание условий для доступа, но уже поиск получения, опубликование и распространение информации о коррупции. Следующий слайд. И вот опять же, если анализировать имеющийся опыт, международный опыт, да, российский опыт, мы можем выделить лишь вот три такие формы и несколько механизмов, которые будут на следующем слайде. Это антикоррупционное просвещение, это гражданский контроль, сюда же входит расследование, да, потому что расследование – это одна из форм мониторинга антикоррупционного. И это продвижение антикоррупционных инициатив, то есть все, что касается кампаний по адвокатированию, да, по продвижению интересов, связанных с увеличением прозрачности. Следующий слайд. И теперь посмотрим на механизмы. Да, то есть это, вот всего этого можно достигать, используя разные инструменты, это не исчерпывающий перечень, конечно же, да, это специальные образовательные программы, проведение мероприятий и акций, как вот наши сегодняшние мероприятия, поправки в законы, которые могут предлагать люди, да, как они видят, что нужно для улучшения антикоррупционной политики, проведение расследований, антикоррупционная экспертиза, если остались еще такие организации. В России, например, существует реестр аккредитованных Минюстом экспертов. И мы когда-то в Transparency тоже занимались антикоррупционными экспертизами законодательства. Это привело к тому, что нам присвоили статус иноагента. То есть именно за это нас внесли в реестр иноагентов. При этом, что интересно, прокуратура тоже проводит антикоррупционную экспертизу, но им запрещено заниматься политической деятельностью. То есть в случае с прокуратурой это не политическая деятельность, в случае с НКО это уже политическая деятельность. Ну, таких у нас можно много примеров найти. Это также антикоррупционные онлайн-ресурсы и специальные антикоррупционные приемные, потому что они минимизируют необходимость общаться с госструктурами, да, то есть дают гражданам возможность переложить проблему решения какого-то коррупционного кейса на плечи вот специально обученных людей. Следующий слайд. И давайте посмотрим примеры. Да? Я приведу несколько примеров по каждому из этих направлений, выделенных в конвенции. Здесь, почему я выбрала такую иллюстрацию, да, вот содействие процессу принятия решений. Ну, во-первых, потому что это Швейцария, и в Швейцарии, как вы знаете, есть прямая демократия. Например, там на референдуме решается очень много значимых вопросов. В данном конкретном случае это протест женщин в связи с тем, что до сих пор в Швейцарии существенная разница между оплатой труда женщин и мужчин. Она вот прям очевидна. Да? И при этом достаточно тяжелые условия женщин, которые совмещают работу и выполнение семейных обязанностей. Следующий слайд. Значит, один из инструментов, наиболее популярных в этой сфере, это антикоррупционный мониторинг. Сюда же входят и расследования, сюда же входит подготовка специальных докладов, да, когда некоммерческая организация анализирует ситуацию в определенной сфере и делает выводы и рекомендации, да, как эту ситуацию можно улучшить. Вот здесь несколько выгод, да, несколько положительных черт, которые сделают таким привлекательным мониторинг. Ну и, наверное, главное то, что изменения все-таки могут быть достигнуты. Это я покажу на нескольких примерах. Катя, следующий.
Мониторить можно все, что угодно. В этом тоже привлекательность этого инструмента. Можно мониторить правительственные структуры, финансовые институты, политические партии, парламент, суды, частный бизнес, третий сектор, да, потому что в третьем секторе, к большому сожалению, тоже много злоупотреблений, так как, например, грантовые деньги – это обычно немаленькие средства, да, и там тоже могут быть злоупотребления. Следующий. И вот пример конкретный. Transparency International совместно с коалицией «Экозащита» анализировали, насколько эффективны закупки в госкорпорации «Росатом». Ну, надо сказать, что интерес был и у управления этой организации, да, у госкорпорации. Поэтому, наверное, эффект был достигнут. То есть выявлено было довольно много нарушений. Наши коллеги посмотрели, в чем проблема с закупками, в которых участвует «Росатом». Все их описали. Добрый вечер, присаживайтесь. Описали их, собрали, да, в этот документ и отправили его руководству Росатома. И так как Росатом был, ну, то есть там управленцы понимали прекрасно, что такой уровень злоупотреблений ухудшает положение компаний. Да? То есть компании невыгодно, когда есть столько возможностей для внутрикорпоративного мошенничества. И задача компании – эти возможности ограничить. Да? И отсюда появляется интерес эти рекомендации внедрить. Поэтому результатом проведения этого мониторинга фактически стало изменение антикоррупционной политики Росатома. Да? То есть некоммерческая организация, две в данном случае, рекомендуют эти изменения принять. И их действительно внедряют, эти изменения, да, и меняют подходы к закупкам. Опять же, это не говорит о том, что закупки стали идеальными, да, но возможности все-таки для мошенничества и для коррупции были минимизированы. Во всяком случае, на тот момент. Катя, следующий. Еще один пример мониторингового инструмента. Это японский гражданский омбудсман, то есть это не государственный чиновник, да? Это инспекции, которые организуются из обычных людей. Люди объединяются, они проходят тренинги и проводят мониторинги, опять же, в разных сферах. Катя, следующий. Например, мониторилось оказание паллиативной помощи. Как вы понимаете, это довольно сложная сфера, да? Но вот эти люди после прохождения подготовки, они смогли выявить системные проблемы в оказании паллиативной помощи. Например, они обратили внимание, что некоторые правительства префектур вообще не проводили контрольных опросов и не оценивали проекты, да, то есть насколько обследования вот на рак эффективны. Во-вторых, они выяснили, что региональные центры медицинских институтов не оказывали иногда даже минимум паллиативной помощи. Да, то есть опросами это легко выявляется. И, наконец, пришли к выводу, что недостаточно тренинговая поддержка, да, потому что мало внедрить какие-то правила, нужно создать условия, чтобы эти правила работали, да, и для этого людям нужно проводить вот эти вот обучающие мероприятия постоянно. Следующий слайд. Один из моих любимых примеров участия гражданского общества в антикоррупции. В Чехии министр транспорта Владимир Кремлик организовал закупку системы дорожных стикеров, так называемых виньеток. И стоимость этой системы он оценил в 400 миллионов чешских крон, что сопоставимо, это где-то 1 миллиард рублей. Значит, и выделены эти деньги были конкретной компании, которая и начала этот контракт исполнять. Все данные о закупках публикуются в открытом реестре. И когда IT-специалисты увидели эту закупку и проанализировали ее, они пришли к выводу, что стоимость чрезвычайно завышена, да, то есть там в несколько десятков раз, или даже в сотни раз. Они провели, то есть вот эти вот энтузиасты, айтишники провели хакатон. И буквально за выходные разработали аналог такой системы электронных стикеров. И подарили Праге, и, в общем, жители могли пользоваться буквально бесплатно. Ну, туда, правда, не ходило обслуживание этой системы, но сам факт, что система, да, которую должны были разработать, и вот за такую большую сумму ее получил город буквально бесплатно. За это министр транспорта был отправлен в отставку, да, то есть такое расходование бюджетных средств и организация торгов были признаны неэффективными. Следующий слайд.
Этот проект я люблю за то, что в него вовлекаются не взрослые люди, а школьники. Да? То есть вообще на самом деле вовлечение в процесс принятия решений, то есть чем раньше это будет происходить, тем больше вероятность, что и во взрослом возрасте люди не будут отказываться от такой возможности. Называется он «Проверь свою школу». И на Филиппинах около 1 миллиона мальчиков и девочек из отрядов скаутов сначала получали разъяснение, да, и рекомендации о том, как проводить мониторинг. Они узнавали, где добывать информацию о бюджете школы. Они получали информацию о красных флагах, да, то есть что может свидетельствовать о нарушениях в школе. И готовили свои отчеты. Делалось это, правда, при участии Министерства образования. То есть Министерство образования тоже было заинтересовано в изменениях. Отсюда то, что было подготовлено школьниками, да, их видение, учитывали дальше лица, принимающие решения. То есть по каждому случаю они проводили проверку, и это существенно повлияло на качество образования в результате реализации этого проекта. Следующий слайд. Также, ну тут вот можно почитать, есть ссылки, я просто долго не буду останавливаться на этом, да, потому что у меня очень много примеров, и я хочу все вам успеть рассказать. Ну вот Global Witness проводили анализ того, как лесная промышленность вообще функционирует в Камеруне. И тоже нашли очень много нарушений. Результатом стала конкретные рекомендации по изменению законодательства, и эти рекомендации стали в итоге реальным законом. Да? То есть изменения тоже произошли. Следующий слайд. Иногда мы можем видеть даже политические последствия, да, вот как в случае с, опять же, Филиппины, видимо, очень продвинутая в плане антикоррупции страна, когда стали анализировать расходы экс-президента Джозефа Эстрады, и проводила это расследование, проводил его Филиппинский центр расследовательской журналистики. Результаты этого расследования показали, что было много злоупотреблений со стороны экс-президента. И вот на этой картинке вы видите, как спикер Нижней палаты радуется победе, да, поскольку происходило голосование за импичмент, и президент стал бывшим президентом. Нам бы так, да? Катя, следующий. Это что касается первого блока, да, то есть те проекты, которые направлены на вовлечение людей в процесс принятия решений. Мне не нравится, что в конвенции используется слово «население» вместо «людей», вот, и, к сожалению, вот такое. Ну, конвенция принималась в 2003 году, она как раз была открыта для подписания 9 декабря, именно поэтому 9 декабря отмечается День против коррупции международный. Да, ну вот мы сейчас уже, наверное, не используем такое слово «население», это как-то обидно. Следующий слайд. Да? Что касается доступа к информации. Проектный центр «Инфометр» был, его выжили из общественно-политического пространства России, как и многие, да, некоммерческие организации. Но я считаю важным рассказать все-таки об их деятельности. До сих пор на страницах в Фейсбуке доступны определенные мониторинги, да, результаты проводимых мониторингов. Что они делали? Они сопоставляли информационную открытость различных органов власти. Они мониторили суды, мониторили правительственные структуры, мониторили муниципальные органы и составляли рейтинги. Да? Причем, когда можно было увидеть предварительную оценку, оценка эта строилась по тем показателям, то есть у нас в законодательстве определен перечень информации, которая должна размещаться. Да, и вот как бы, если информация размещается, они ставили плюсик, не размещается – минус. И на основании этого формируется оценка каждого органа. Дальше происходит так называемый период взаимодействия. То есть в этот орган направляется информация. Вот смотрите, вы в рейтинге 75-е, да, из 80, ну тогда еще 83 было, к счастью, 82 или 83. Я уже теряюсь в догадках, в каком году у нас какое количество было. Ну, в общем, меньше было субъектов. И этот орган власти может отреагировать, да? Мы не хотим такое плохое место. Хоть это и неофициальная оценка, да? Но все равно это публиковалось в СМИ, когда еще были СМИ, которые это публиковали. И орган власти реагировал на это улучшением своих позиций, да? То есть какая-то информация, которая не размещалась, в итоге она была включена. То есть она появлялась на официальном сайте, и это был главный результат.
Ну и тем самым это планомерное давление, да, на органы власти, чтобы они все-таки свою прозрачность повышали. Следующий слайд. Эта же команда, да, реализовывала проект «Росответ». «Росответ» привлекателен тем, что, ну, мы можем себе представить, каково это человеку без опыта, да, человеку без юридического образования, без специальной подготовки, писать обращение в орган власти. Это не всегда так просто, да, особенно если это касается какой-то чувствительной проблемы и, ну, действительно сложного вопроса юридического. Потому что говорят, что если распечатать все подзаконные акты Российской Федерации, то получится дом где-то, то есть вот эта вот высота этой стопки будет где-то с 300-этажный дом. Это огромное количество документов, в которых сложно разобраться. И поэтому команда юристов, подготовленных, помогала людям, разбиралась в их ситуации, да, и за них писала официальные запросы в органы власти. Потом получался ответ, и на сайте Росответа он публиковался. И можно было отслеживать, насколько органы власти реагируют, да, на обращения и дают содержательные ответы. То есть это тоже такая форма, ну, мягкая сила, да, то есть попытка менять качество государственных услуг. Следующий слайд. Теперь мы переходим к тому, что можно делать в сфере создания, вот, формирования этого негативного отношения к коррупции. Это до сих пор, например, в Российской Федерации в качестве задачи записано, да, то есть, допустим, активисты гражданские могут использовать этот посыл для как раз реализации своих проектов до сих пор, да, несмотря ни на что. Следующий слайд. И начать я хочу с лаборатории университетской прозрачности. Это сообщество, да, неформальное сообщество студентов и преподавателей, которые заинтересованы в том, чтобы студенты, чтобы университеты были более открытыми, более прозрачными, более честными. И проводятся сначала лекции или тренинги. Студенты изучают конкретные инструменты, как, например, искать недвижимость, да, как работать с декларациями ректоров, каким образом можно находить родственные связи. А дальше, на следующем этапе, они проводят собственные расследования. Вот здесь вы видите комикс, да, этот комикс про расследовательницу. И это как бы работа в соцсетях и привлечение внимания молодежи. Давайте посмотрим на конкретные расследования, которые проводили студенты. Первое расследование, я его очень люблю, это расследование того, как в России проводился целевой набор. Да, если мы посмотрим на период с 2015 по 2019 год, в 15 престижных вузах 3000 студентов поступили в качестве вот этого целевого набора, да, и из них 102 человека не участвовали в конкурсном отборе. А почему? А потому что их родственники или родители занимали ведущие посты, например, в правоохранительных органах, да, или в тех самых органах, которые по целевому набору и направляли, вот как в данном случае, да, сын управляющего делами президента, а заказчиком обучения выступает управление делами президента. Очень удобно. Значит, результат расследования был очень впечатляющий, потому что, ну, после публикации, я не знаю, что там произошло, но вот Олег Смолин, депутат Государственной Думы, отреагировал, он дал интервью «Эху Москвы», да, еще буквально 2 года назад это было возможно, и инициировал создание специальной рабочей группы и порекомендовал разобраться в причинах, да, что же действительно идет не так и что можно изменить. И в итоге внесли изменения в законодательство, и теперь весь целевой набор проходит через госуслуги. Ну, я не могу сказать, что это идеальный, да, вариант, но тем не менее изменения-то были внесены, и все-таки как-то там минимально уровень прозрачности этой процедуры повысился, потому что можно хотя бы отследить на госуслугах, да, и посмотреть, кто там чей родственник. Ну, сейчас, правда, вот у нас, например, поступление тех, кто... Ну, есть категория людей, да, которые могут без конкурса поступать в университеты, и эти данные будут засекречены. Так что вот здесь уже никакие расследования провести будет невозможно, к сожалению. И следующий, Катя. Да, еще расследование, которое проводилось уже, когда оно вышло? В ноябре, если не ошибаюсь, ну, то есть уже вот в период войны. Называется оно «Зачетные виллы», и студенты проанализировали данные 90 ректоров и проректоров,
данные в декларациях, да, по их недвижимости, а также проанализировали данные зарубежных реестров недвижимости и обнаружили, что три человека из РАНХИКСа, да, включая вот этого прекрасного Сергея Синельникова-Мурлёва, да, проректора РАНХИКС, не задекларировали зарубежную недвижимость. Вот здесь легко можно сравнить данные, да, об официальном доходе проректора и увидеть, что два частных дома во французском городе Антиб были приобретены за 80 миллионов рублей, да, что превышает, например, доход семьи за целый год. Ну и данные эти были направлены в прокуратуру. Прокуратура уже ответила, что они официально проводят расследование. Да? Я считаю, это уже неплохой результат. Ну, посмотрим, каким выводом они придут. Но тем не менее, да, то есть сам факт, что студенты своими руками вот проводят это расследование и добиваются публикации, да, то есть мы сопровождаем их от этапа формирования гипотез до этапа публикации в СМИ. Следующий. Спасибо. В Италии реализовывался такой вот проект «Стоимость коррупции». И в рамках этого проекта была создана специальная образовательная программа. Она была сертифицирована Министерством образования Италии. И со школьниками встречались так называемые ежедневные герои. Это люди, которые непосредственно взаимодействуют с коррупционерами каждый день буквально. Судьи, прокуроры, полицейские. Они приходили и рассказывали про свою работу. Школьники писали эссе. Да, предлагали, что можно изменить, и авторов лучших эссе их приглашали в парламент, там они тоже встречались на высоком уровне и высказывали, то есть учились отстаивать свою позицию, да, то есть это тренирует и ораторские навыки, то есть здесь можно увидеть совпадение, потому что сейчас ведь развитие вот soft skills, да, это как такая задача приоритетная для многих учителей, и можно совмещать приятное с полезным, да, с одной стороны развиваем ораторские способности, с другой стороны обращаем внимание, что, ну, вообще-то коррупция это плохо, и действительно расплачивается за коррупцию каждый из нас. Следующий. Активно используются креативные индустрии, да, то есть много есть способов. Вот, например, в Италии регулярно проводится такой фестиваль, где есть специальная отдельная антикоррупционная, ну, как бы такая площадка, где именно показываются фильмы на тему противодействия коррупции, созданные студентами. То есть группа студентов придумывают сценарий, а дальше с ними работают профессиональные постановщики и режиссеры. И они создают продукт, да, который вот демонстрируют на этом фестивале. Следующий, Кать. Еще одна тема, которая привлекает внимание, в частности, после скандала, связанного с руководством ФИФА, да, когда в отставку ушли чиновники высокого уровня, это было в том числе после расследования Panama Papers, где представители комитета по этике оказались вовлеченными в коррупционный скандал. Тема коррупции в спорте, вот она тоже представляет большой интерес. У нас, например, в Transparency есть спортивный стрим, где мы тоже рассматриваем разные интересные ситуации. Ну, а вот это проект, который реализовывало подразделение Transparency в Чехии. И они взаимодействовали со спортсменами известными и с артистами. И снимали ролики. Да, вот здесь есть ссылка, можно посмотреть эти ролики. Главный месседж в этих роликах был такой. Долгое время на спорт выделялось государственное финансирование. Это финансирование было непрозрачным. Да, есть договорные матчи, которые фактически нарушают интересы болельщиков. Да, и мы, в наших силах это изменить. И вот с таким месседжем, значит, демонстрировались на разных площадках эти видео. Следующий слайд. Тоже вот такие, значит, креативные ребята, которые устраивают музыкальные фестивали. Да, называется это «Fair Play». И, в частности, на ежегодной конференции, которая проводится Transparency International, они всегда проводят вот специальный такой вечер, да, концерт, где в самых разных стилях выступают исполнители, и это всегда интересно посмотреть.
Следующий. И теперь мы переходим к последней в этой части, да, к обсуждению проектов, которые направлены на получение, распространение и информации о коррупции. Демонстрирую я это выдержкой из расследования Panama Papers. Следующий. И вот призываю вас обратить внимание, если вы еще не знаете, на такой проект Transparency International, книга жалоб. Этот проект, он чем-то похож на Росответ, но мы пошли дальше. То есть это проект правовой помощи тем, кто столкнулся с коррупцией. Да, мы понимаем, что, к большому сожалению, в России, например, да и во многих странах других, не решена проблема защиты заявителя о коррупции. Когда человек заявляет о коррупции, то с большой долей вероятности он столкнется с очень, да, серьезными проблемами. И здесь мы выступаем посредниками, да, то есть люди, столкнувшиеся с коррупцией, заполняют форму, да, и передают нам всю информацию, если они готовы это сделать. А уже мы, как НКО, да, как антикоррупционная организация, работаем с этим конкретным кейсом. И следующий слайд. Вот здесь небольшая статистика. То есть, например, за 2022 год мы получили 160 жалоб со всей России. Да, здесь вот наиболее, к сожалению, очень мелко, извините, пожалуйста. Большая часть, то есть вот эта вот красная, да, вот эта часть, это жалобы на деятельность правоохранительных органов, что, в общем, не секрет. Да, и никого не удивляет, наверное. Вот желтое – это жилье, да, здесь зелененькая – проблемы в сфере ДПС. Значит, экономика – это я, честно говоря, не очень понимаю, что. Синее, надо уточнить у коллег. Ну, то есть какие-то экономические, видимо, проблемы. А может быть, это экология, кстати. Экология, да, наверное, так это думаю, экономика. А вот в сфере обороны тоже довольно много. Ну, вы видите такое распределение, да? Следующий слайд. А это уже следующий проект. Ну, то есть задача этого сервиса, да, минимизировать взаимодействие с чиновниками, принять на себя удар на себя, да, и защитить заявителей о коррупции. Дума Бинго – это, значит, попытка осмыслить, как вообще, какие связи существуют у наших членов парламента, как верхней палаты, так и нижней, с различными группами интересов. И чьи интересы же они продвигают в итоге, да, вот когда они принимают те или иные законы. И формируются такие вот интересные группы, да, и вокруг них разные депутаты и сенаторы. То есть, когда вы кликаете на конкретного сенатора, вы можете посмотреть, с кем он связан, да? И вы можете посмотреть конкретные проекты законов, которые продвигались этими людьми, да? И тоже увидеть связь с разными группами интересов. Это тоже довольно, я считаю, такой прогрессивный проект, который позволяет многое понять про наш лоббизм. Лоббизм в России не урегулирован фактически, да, законодательно, то есть это отдается на откуп нашим прекрасным парламентариям. Ну и, конечно, они используют это для того, чтобы отстаивать свои интересы и интересы близкого круга. Тоже это можно увидеть на нескольких примерах. Следующий слайд. И давайте теперь... Есть по этой части вопросы какие-нибудь? Или, может быть, вы вспомнили про какие-то проекты, которыми хотелось поделиться? Да. Да. Ага. Кажется, будто бы это вещь. Насколько эффективна ли вот эта борьба с лоббизмом, насколько он такой вот... Борьба, я боюсь, нет. Все равно не в России, понятное дело, а вот да. В целом, насколько часто бывает, это даже видно, собственно, какие-то проекты, угу. Кажется, что очевидно, собственно, вот что вот это... Да, влияние. Подталкивается кем-то, и какой-то, ну да, у них интерес есть, но это в целом, если, например, это... Ну, организация, которая, например, может быть профильная, да, в каком-то смысле, если, например... Да, да. Ну, может быть, банально не конкретно, да, со спортом, например, может быть, проталкивает закон против алкоголя, например. Ну, да. Совсем, что, наверное, ну, хорошо, да? Я поняла мысль, да. То есть задача вот этого конкретного проекта была в том, чтобы обратить внимание, да, что отсутствие регулирования приводит вот к таким ситуациям, когда сенаторы используют, или там депутаты, да, используют свои должности для, ну, фактически для отстаивания интересов конкретных групп, и в том числе бизнес-групп, да. То есть привлечь к этому внимание. Пока, ну, конечно, мы не добились того, чтобы у нас появился этот закон о лоббизме, да. И, безусловно, в странах, где урегулировано лоббирование,
Да, случаи такого влияния есть, безусловно, но любой человек может это взять и проверить, правильно? Он открывает реестр лоббистов, и он видит, кто влиял на принятие того или иного закона. Ну, наверное, самая там продвинутая система в Америке, да, где вообще буквально, то есть ты не можешь зайти, там, ну, я имею в виду вот эти вот специальные структуры, они, ну, их деятельность направлена изначально на то, чтобы лоббировать, да? И в этом не усматривают проблемы, хотя такая проблема на самом деле может появиться. И в Америке тоже не все идеально, да, там есть определенные с этим проблемы. Но к этому привлекается внимание, да, и предпринимаются усилия для того, чтобы, опять же, минимизировать возможности для злоупотреблений. Это непросто. То есть любая лоббистская деятельность, она, конечно, сопряжена с рисками. И есть громкие скандалы, в том числе в США. Да? Но мы о них знаем. Мы знаем о том, что там продвигаются, например, интересы транснациональных корпораций, когда дело касается нарушения, нарушения права на здоровую экологическую среду, да, в связи с этим. Но об этом пишут, появляются, опять же, расследования. А когда у нас нет вообще регулирования, то никто и не пишет про это, да, потому что, ну, казалось бы, а чего мы будем про лоббизм-то говорить, если у нас нет никакого лоббизма? А он есть, да, и вот это проблема. То есть такая была идея этого проекта. А, пойдем дальше? Да, следующая часть, она про то, как оценивать успешность проектов. Вот, вот, ну, это, конечно, субъективный в чем-то вопрос, да. Тем не менее, все НКО, а мы посмотрели, что большая часть антикоррупционных инициатив все-таки реализуют некоммерческие организации, любая НКО должна доказать свою эффективность. И подходы к оценке эффективности, их вот можно выделить три основных. Это целесообразность, когда мы оцениваем, достигнуты ли поставленные цели. Да? Это экономичность, когда мы смотрим на баланс расходов и того, что мы получили в итоге реализации проекта. И результативность. Решена ли проблема, да, ради которой мы этот проект, собственно, задумывали? Через один пролистни, пожалуйста, потому что там это можно пропустить. Да. И все антикоррупционные инициативы, да, то есть если мы говорим уже о какой-то классификации, мы можем разделить на программы мониторинга, о них мы уже посмотрели немножко, и стимулов. И вторая часть – это программы, меняющие правила игры. Да, это когда тут всю систему надо менять. Следующий слайд. Чуть подробнее. Да? То есть, мониторинг может быть с нематериальными и с материальными стимулами. Следующий. Если мы говорим про эти программы мониторинга и стимулов, то их задача – минимизировать коррупцию за счет увеличения рисков для коррупционера. Да? То есть коррупционер понимает, если я вовлекаюсь в коррупционные практики, значит, есть большой риск, что меня поймают, ну, если мы эту программу мониторинга реализуем, да, в полной мере. Следующий слайд. А программа по изменению правил игры исходит из того, что бесполезно внедрять какой-то мониторинг, если все равно будут нарушения. Да? Надо поменять подход. Один из возможных вариантов – это стратегия децентрализации, когда мы передаем большую часть полномочий сверху, да, вниз, на низовой уровень. И либо мы внедряем абсолютно полностью новый подход. Не было декларирования, внедряем декларирование. Да? Было декларирование, убираем декларирование. Значит, не было публикации, допустим, информации о закупках, и она появляется. То есть полностью меняем подход. Да, все, все правильно. Давайте посмотрим на нефинансовые стимулы следующие. Какие они могут быть? В Индонезии, то есть дураки дороги – это не только проблема России, да? Вот в Индонезии тоже пришли к выводу, что строительство дорог – очень коррупционно емкая сфера, и захотели они как-то повоздействовать на вот этих вот подрядчиков, которые плохо делают свою работу. И что они сделали? Когда принимали, то есть вот дорогу строят, и когда идет приемка, они собирают жителей этой деревни, то есть это 600 деревень участвовало, в Индонезии, они собирают жителей и обсуждают. И вот те смотрят, и там люди, которые выполняли эту работу, они присутствуют, да, на этой встрече. И если жителям не нравится, они, или они видят там цифры, да, что какая-то там большая часть денег ушла куда-то налево, они начинают активно осуждать этих людей, да, предъявлять им претензии. То есть не финансовый стимул в данном случае, это вот такое моральное общественное давление, да. И это оказалось эффективным. То есть где-то на 15-20, там, в зависимости от местности, процентов, в итоге стоимость этих работ по реконструкции дорог и по строительству снизилась. Это хороший эффект, описанный вот в этом документе.
Попробуйте угадать, что здесь происходит. Да? То есть это пример, ну, то здесь есть подсказка. Но что, что пытаются выбрать эти девушки прекрасные? Вот видите, подход. Ну, как, какая-то лотерея, да, да, чтобы не было манипуляций. А что они выбирают? Вот, вот они здесь крутят этот барабан, да, и что-то там выбирают. Попробуйте угадать, что это может быть. У кого депутатов будем проверять? Ну, очень логично, да. Как-то прямо быстро все угадали. Обычно у людей это занимает чуть больше времени. Абсолютно верно. Да, значит, здесь проводился аудит конкретных муниципалитетов, насколько мэры там честные. И за счет этого аудита они увеличили существенно, да, то есть здесь этим нефинансовым стимулом выступает возможность переизбрания. И в итоге переизбирались честные мэры. То есть если про мэра нет информации, да, нет публикаций про его коррупционные нарушения, он не участвовал в скандалах, то вероятность его или ее переизбраться увеличивается. Очень легкая, да, вот система. И действительно, в тех муниципалитетах, где аудит проводился, вероятность переизбрания коррупционеров уменьшалась, да, а честных, наоборот, увеличилась. Следующий слайд. А в Аргентине проводился аудит государственных больниц с точки зрения закупки товаров первой необходимости. И тоже существенно снизилась стоимость товаров первой, ну, как существенно, там, 15%, а в течение первого года до 10%, да, эта сумма уменьшилась, но тем не менее этот эффект сохранялся. То есть в мониторинге с аудитом, с нефинансовыми стимулами хорошо то, что он дает эффект, да, но, к сожалению, нет пока подтверждения, что это удается удерживать в течение длительного времени. То есть это как бы такой вот кратковременный скорее эффект. Следующий. И теперь посмотрим на финансовые стимулы. Здесь есть два проекта, которые реализовывала тоже индийская некоммерческая организация в сфере здравоохранения и в сфере образования. В чем была проблема? Люди не приходили на работу. Учителя прогуливали и медсестры прогуливали. Значит, задача была это изменить. Тогда они ввели, если мы говорим про больницы, там, значит, отдали саму эту проверку, аудит на откуп руководству больниц, и специальная система электронная фиксировала присутствие на рабочем месте, и зарплата медсестер зависела напрямую от посещаемости, да? Значит, все хорошо у тебя с посещаемостью, получаешь премию. Плохо с посещаемостью, мы тебя, значит, лишаем не только премии, но еще и уменьшаем твою заработную плату. А какое-то время это действовало. Сначала признали эффективной, но что потом дальше происходить стало? Дальше медсестры стали договариваться с главврачами. Это же все равно одна система, да? И главврачи им стали писать отгул. Вот там переработала, да, там переработал, и, пожалуйста, перестала система работать. А в случае со школами, там этим именно мониторингом занималась некоммерческая организация. У нее не было интереса, да, и не было связей с учителями. Они просто честно приходили и фиксировали, фотографировали, есть человек на рабочем месте или нет, да. И эта система оказалась более действенной, и даже это сказалось в итоге, то есть анализировали успеваемость учеников до и после реализации программы, и после реализации оказалось, что намного лучше знания, ну, за счет того, что учителя работали, да, хорошо. Следующий. Теперь посмотрим на системы децентрализации, да, изменения подходов. Еще следующий. В Уганде. Здесь тоже это связано с мониторингом, но почему, значит, почему это связано с изменением правил игры? А в данном случае сообщество решало, какие поставщики медицинских услуг, да, то есть больницы, получат больше денег. А в этом процессе принимали участие, вот здесь вот идет как раз голосование, да, они сами определяли правила игры и сами влияли на объем средств, который распределяется. То есть вот представители сообщества влияли в том числе и на финансирование больниц. И эффект был тоже очень устойчивым от этой программы. В то же самое время, следующий слайд, децентрализация не всегда дает такие результаты впечатляющие. То есть мы здесь не можем на 100% быть уверенными, что вот, ну, некоторые связывают децентрализацию с обязательным уменьшением коррупции. Это не всегда так. Например, в Индии проводили такую реформу и децентрализовывали систему водоснабжения.
Но в итоге оказалось, что в некоторых деревнях, наоборот, увеличились возможности для коррупции. Возможно, это связано с кастовой системой, да, которая распространена, то есть до сих пор существует в Индии. Там не было в этом исследовании, к сожалению, указано, я не знаю. Но писалось о том, что это неоднозначный эффект, не всегда децентрализация приводит к уменьшению возможностей для коррупции. То есть бывают и обратные ситуации. Следующий слайд. Ну и про это мы не будем долго говорить, просто любая оценка качества, она предполагает индикаторы. Да? То есть индикаторы могут быть разными, для каждого проекта их нужно выбирать. Здесь вы видите предложенные индикаторы для оценки системы государственных закупок. Да? То есть мы можем посмотреть, какой процент опубликованных контрактов, сколько из них содержит планы по закупкам, да? Насколько мы оцениваем степень доступа к информации, какой есть механизм сообщения о нарушениях и какой процент бизнес-сообщества оценил систему как прозрачную. Только один из способов, следующий пример. И также довольно эффективной является модель обратной связи от граждан. Следующий слайд. Многие ее сейчас используют. Ну, мне нравится вот этот проект, который был реализован Transparency International Литва. В больницах они создали такое пространство для обратной связи. И каждый, кто приходил, имел возможность выбрать оценку. Да? То есть там первый, допустим, это я вот, ну просто мне понравилось, да, там здесь мне не понравилось, здесь там я рекомендую своим друзьям. Здесь мне было понятно, да, как действовал врач, и здесь, там, допустим, мне были непонятны рекомендации врача. И вот по этим пяти критериям, да, то есть врачи и персонал больницы получал обратную связь и дальше реагировали, что им надо улучшить. Да? То есть там Transparency International разработали им тоже понятный как бы алгоритм, как действовать и как улучшить качество медицинских услуг, опираясь на эту оценку. Да, вот простой способ, но очень показательный, и там из этого они сделали целую такую историю медийную. Желтенькое? Это желтенькие, это витаминки. Ну, то есть это ассоциация, почему она витамин Lab. Да, это как бы просто шарик, да, который выдавался каждому пациенту, и он должен символизировать витаминку. То есть они вот куда-то вот помещают? Да, это прозрачные вот эти, тут просто не очень видно, да, стеклянные вот эти вот такие трубы, и они бросали вот в зависимости от того, как им кажется, рекомендую, да, там, значит, нравится, не нравится. Вот такие насколько вот, кажется, будто бы если вдруг там, вот, допустим, да. Врачи, если вдруг там нормальный только один, да, то, наверное, руководство поликлиники, наверное, берет, как бы не... Да-да, на одном держится. С одной стороны, да, да. А с другой стороны, идет же все-таки сейчас перестройка, и именно такие вот клиентоориентированные подходы. То есть, если, допустим, представим, что это коммерческая клиника, да, коммерческая клиника, которая заинтересована в привлечении. Чем больше пациентов, да, тем больше доход. Им невыгодно убирать. То есть их интерес понять, где проблема, да, эту проблему устранить. Но сейчас и многие государственные структуры, да, я сейчас не говорю про Россию, они тоже стремятся использовать этот подход, правильно, клиентоориентированный. Ну, у любого метода оценки есть ограничения. С этим я абсолютно согласна. Нет ничего идеального, да, это просто... Ну да, да. Ну, безусловно, такое возможно, да, что как-то эти сведения будут. Ну, в любом случае, это такая же другая, ну, действительно, если клинику руководство, оно в целом стремится к этому, то, наверное, способов, наверное, безусловно. Ну да, действительно, вот это симпатичные, красивые, да, но не сильно отличается как бы от других этого способов обратной связи. Ну да. А то есть, если вдруг оно такое более-менее, давайте что-нибудь попробуем сделать, но вот, как бы, такой кейс, как я описал, да, слишком много нам нужно сделать, там нужно будет всех врачей поменять, и они... Да. Ну, тогда вот смысл. Ну, конечно, да, да. Такое вряд ли будет. Но, как правило, и нет такого, что всех нужно поменять, да, то есть, как правило, все-таки какая-то, ну, или конкретный человек, или конкретный, то есть услуга так оказывается, да, что людям не нравится, и они просят там что-то поменять. Да, кстати, говоря, что вот это способ услуги, наверняка проктолога хватит, лезут тут всем. Ну... Да, такой статистики у них не было. Не могу ничего сказать, это, но да, нужно учитывать. Есть нюансы. Следующий. Просто еще обувь для сотни шариков. Хорошо, что у вас есть рекомендации для нечестных, да? Значит, и сейчас еще очень популярна оценка, основанная на теории изменений, да, то есть здесь задача некоммерческой организации
показать, что изменения возможны. Ну, как вот в случае, который я приводила с целевым набором, да, вот изменения, конкретные изменения законодательства. Или там изменения – это проведение расследования в отношении там, чиновника, который не задекларировал свою недвижимость. Следующий слайд. По-моему, это уже... Да, если обобщить, да, то есть вот что является такими факторами, что влияет на успех? Во-первых, это само поддержание и как бы подчеркивание необходимости принципов честности и добросовестности в обществе, да, то, что называется гражданский капитал. Роуз Акерман – это одна из ведущих исследовательниц в области антикоррупции, и она об этом много пишет. Это также опора на местные практики вовлечения в формальные и неформальные коллективные действия. Да, то есть вот то, что я приводила, примеры участия в конкретных мониторингах, люди должны быть заинтересованы. Да. Если нет интереса у людей, то вряд ли удастся что-то сверху изменить. Да. Запрос на честность должен быть в том числе и снизу. Это создание сети волонтерских ассоциаций. Да, вот как у нас, допустим, в проекте «Декларатор», где как раз база данных, куда вносятся сведения, вносятся декларации публично-должностных лиц и дает возможность оценки, да, по годам сравнения дохода различных чиновников, мы привлекаем постоянно волонтеров. Они нам помогают вносить эти сведения. Также из Думы Бинго, да, то есть здесь задача заполнения карточек, потому что анализируются и биографии, анализируются и конкретные законопроекты, внесенные, да, этими парламентариями, анализируются их связи родственные. То есть здесь нужна помощь волонтеров. Устойчивое участие, политическое вовлечение гражданского общества, да, то есть формирование определенной гражданской культуры, о чем я уже тоже говорила. Ясные цели, да, то есть одна из проблем, мне кажется, некоммерческих организаций, в частности в России, но не только в России, в том, что иногда очень тяжело понять, а чего они вообще хотят, да, вот чем понятнее организация объясняет свои цели, возьмите ночлежку, почему у ночлежки такая большая поддержка, да, то есть они объясняют проблемы бездомных настолько простым языком и настолько убедительно, да, говорят о необходимости изменений и о том, как это влияет на каждого, что люди их поддерживают. Вот этого очень многим НКО не хватает. Ну и, наконец, время, да, то есть нужны ресурсы, не только время и другие ресурсы, но в частности время, потому что заложить на эти изменения нужно такой вот существенный период, да. И теперь у нас осталось мало времени, но я вот коротко схожу, да, это как бы для тех, кто захочет присоединиться, еще не присоединился к нашему чату, кто украл коня, такое неформальное сообщество людей, заинтересованных в повышении прозрачности и подотчетности. А что можно делать в России? Ну, во-первых, нужно искать близких по духу людей. Да? Нужно искать людей, которые готовы продолжать, которые не останавливаются. Такие люди есть, несмотря ни на что. И нужно объединять усилия, да, потому что мы уже в прошлый раз говорили, что коллективные действия – это одна из самых эффективных стратегий сегодня. В одиночку ты не можешь ничего изменить, да, но когда ты объединяешься с теми, кто близок тебе по духу, и с теми, кто разделяет твои принципы, то у тебя появляются возможности, да. И мне кажется, ну, когда думаешь, за что нам вот это вот все, да, что происходит сейчас, для себя я сделала вывод, что, наверное, для того, чтобы научиться видеть близких тебе людей. И не искать, кто хороший, а кто плохой русский, а искать, что мы друг другу можем дать и в чем мы можем, то есть как мы можем влиять на ситуацию. Так или иначе, возможности для влияния остаются, я в этом уверена. Участвовать в волонтерских, да, вот этих инициативах, то есть искать, где нужна помощь, и эту помощь по возможности оказывать. Искать какие-то возможности... то есть эта инициатива ведь, как я уже говорила, широкого спектра, да, то есть не обязательно вот именно там борьба с коррупционерами. Это может быть вот чуть-чуть увеличить прозрачность, чуть-чуть увеличить подотчетность, да, но даже эти попытки вот в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, они не являются бесполезными, на мой взгляд, да, потому что они позволяют, в том числе дают сигнал молодому поколению, да, людям, которым предстоит все эти проблемы решать вскоре, что есть инструменты, и ими надо пользоваться. Да? То есть вот инструменты, которые остались, да, часть информации закрывается, часть реестров недоступна, но остальная часть все еще доступна, да? И мы можем их использовать, и мы можем проводить расследование. Мы, понятно, что не каждый может провести расследование, но можно заметить, да, какую-то проблему, написать в книгу жалоб, можно написать об этом в СМИ, то есть... То, что есть, надо обязательно использовать. Вот мой посыл такой.
И мне хотелось бы услышать ваше мнение тоже. А, я прошу прощения, еще важный момент, я забыла сказать. Нужно обязательно запастись терпением. Нет, я хотела привести конкретный пример. Хосе Угас, это бывший прокурор из Перу. Он занимался расследованием Владимира Монтесиноса и Альберто Фухимори, известного диктатора, да, который, конечно же, был вовлечен в коррупционные схемы тоже. И вот Хосе сказал, что когда я начал антикоррупционную деятельность, мне было 16. А когда я увидел первые результаты, мне было за 40. Именно он провел расследование схем финансовых, да, по запросу швейцарского банка и нашел в составе следственной группы подтверждение вины президента, экс-президента, который оказался потом осужденным на срок 25 лет. Ну, там были разные истории, когда, значит, по состоянию здоровья сначала его вроде освободили, потом его вернули в тюрьму, то есть там какая-то чехарда происходила, но сам факт, да, то есть суд вынес решение об осуждении Альберто Фухимори на 25 лет за нарушение прав человека и за злоупотребление в сфере расходования бюджетных средств. Вот, поэтому нет ничего невозможного для человека не только с интеллектом, но и с терпением. Спасибо большое за внимание. Давайте все-таки немножко еще хочу услышать ваше мнение, да, и ваши вопросы. Не вопрос. Да, суждение, все, что... Да. Дополнение. Конечно, здорово, дополнение. Коррупция, это, конечно, все здорово, замечательно. Ничего против не имею, но я руками знаю. Так. Вот. Просто если мы говорим про Россию, да, не про Францию, там, угу. Англию и так далее... У нас существует такая вещь, как экономия, например, да? Вот основной поток всех денежных средств идет через госторги, да, через закупки 44-й, 223-й федеральный закон. Так. И коррупция в чем там заключается? В том, что делаются специальные задания, да, цена максимальная, да. Увеличивается там в 3 раза. Самая страшная проблема даже не в этом, а в том, что если даже бюджет получает какую-то экономию, да, там, Министерство здравоохранения, образование, еще кто-то, да, угу. Эти деньги не вставляют. Угу. Понятно. Все. То есть смысл, да, бороться с коррупцией, ну, в данном случае, да, если деньги, которые вот сэкономили на том же аукционе, там 10 миллионов, 100 миллионов, там еще сколько-то, они не остаются в бюджете региона, их возвращают обратно наверх. То есть и сами по себе госорганы абсолютно не заинтересованы в каком-либо снижении. Да, там этих цен на аукционах, ну только геморрой от этого полный, от того, что происходит. Ну, спасибо большое, да, за это замечание. Я думаю, что вообще, если говорить, ну, о системной оценке, да, той системы торгов, которая есть, это очень многих не устраивает. Да, есть самые разные проблемы, и, ну, вот, иногда все, что мы можем делать, это фиксировать, да, какие есть нарушения, и как бы копить это для вот каких-то будущих решений. Да, мы видим, что вот здесь системная уязвимость, да, но, опять же, мы не должны об этом молчать, и я думаю, что и вы не молчите, да, и привлекайте к этому внимание. Возможно, это не востребовано сейчас, но все равно в какой-то момент, да, эти знания будут востребованы, потому что ну, ничто не вечно, да, и как бы в новой системе управления, я уверена, будут думать и об изменении подходов, да, к торгам. Вы идете в магазин, да, у вас там 1000 рублей в кармане, да, вы будете очень рады, если вы купите не на 1000, ну, да, а да. На 500 рублей, вы 500 рублей сэкономите, ну, конечно. Для вас хорошо. А здесь нет экономии. Угу, понятно, да. Вы все равно тратите эти тысячи. Это понятно, да. 500 у вас отнимут обратно. Да, конечно, да. Мы знаем, почему в декабре у нас самое большое количество госконтрактов, да? Да. Потому что надо срочно потратить какие-то деньги. Да, и там... Да, да, это я понимаю прекрасно. Это как раз вот то, о чем мы говорили. Если не создаются условия, когда нарушать невыгодно, да, то будут нарушать. Потому что сейчас, к сожалению, в этой системе выгодно нарушать. Да, я даже предлагал в свое время, ну, как чиновникам, давайте я вам экономлю 100 миллионов, 10 вы платите мне 10. Откат. Это был антикоррупционный откат. Да, спасибо. Да, пожалуйста. Да. По поводу, хотел бы узнать, по поводу, ну, не секрет, что один из рейтингов – это индекс восприятия коррупции, да, который у нас… Скоро выйдет. В России, да. 31, да. Числа. Ну, вот, особенно на низовом уровне, да, собственно, как бы, люди, и как бы понимаешь, что, например, гаишнику надо давать взятки, да, как бы… предприниматели знают, что нужно где-то там откат давать, да? Ну вот
Наверное, мне кажется, вот, как понимаю, вот в рейтинге Россия только опускается, да, наверное? Ну, так скажем, она застряла. Но это вопрос еще к самому подходу, да, к составлению этого индекса. Да, да, в чем ну, вопрос-то был? Ну, вот вообще, как бы, как вам кажется, вот, собственно, вот, ну, не знаю, мне как будто бы кажется, что, ну, я как будто бы, может быть, это я стал, все-таки выбираю какие-то более-менее экологичные компании, собственно, что как будто бы в них уже не совсем, вот, как бы, чуть, уже как бы чуть чурается, что ли, это как бы, вот, не конечно. Хорошо, да? Конечно. Почему это не влияет, да? Нет, хотел бы узнать, может быть, есть ли какое-то понимание или вот с этим, вот на таком уровне, насколько ситуация у нас стоит в России, то есть есть ли какая-то возможность оценить. Именно вы имеете в виду в сфере корпоративного, да? Ну, вообще, может быть, если у вас какое-то есть понимание, собственно, вот, например, говорят, ГИБДД, вроде как меньше, но, наверное, ГИБДД есть, да. Потому что камер больше, да? Безусловно, да. То есть вот, ну, с чего вы начали, да? То есть, на мой взгляд, индекс восприятия коррупции, он в каком-то смысле утратил свою актуальность. Потому что его придумывали же в тот момент, когда не было вообще еще никаких оценок, да? То есть там вот во Всемирном банке думали о подходах к оценке. И задача была вообще придумать способ посмотреть и сравнить ситуацию в разных странах, да? И вот придумали индекс восприятия коррупции. Да, в 2012 году существенно поменяли методику. Но, тем не менее, я смотрю вот сейчас по России, да, давайте объективная ситуация с 2012 года, не берем текущий год, да, прошедший год, до 2021 года, неужели не стало нисколько лучше, я имею в виду с точки зрения бытовой коррупции? Я с такой оценкой не согласна. Индекс восприятия коррупции показывает нам, насколько коррумпирован государственный сектор, да, то есть вот органы государственной власти. Но, опять же, внедрение электронной системы, да, внедрение многофункциональных центров не могло никак не сказаться. То есть, если мы берем ситуацию с 2012 года, а только с этого момента можно сравнить, потому что до этого другая методология использовалась, никакого движения нет в России, да? У меня это вызывает вопросы, опять же, как у человека, который, я абсолютно с вами здесь согласна, что определенное движение, во всяком случае, если мы берем бытовую коррупцию, оно есть. В школах там, до 2012 года очень многие родители платили за учебники, да, при том, что эти учебники выделялись за бюджетный счет. Сейчас нет такого рода нарушений. То есть, конечно, по-прежнему есть высокие коррупционные риски в разных сферах. Но уровень бытовой коррупции снизился. Это многие эксперты отмечают, да, и даже говорят, почему Россия преодолевает многие экономические, ну, то есть вот тот экономический кризис, который есть, да, почему она все-таки преодолевает его за счет того, что минимизирован был в какой-то момент уровень коррупции. И административная реформа здесь все-таки повлияла, она не могла не повлиять. Поэтому здесь вопрос, как мы оцениваем, да, каких-то идеальных способов измерения, их просто нет. Но опять же, если брать корпоративную сферу, вот, ну, тоже я не могу сказать, что у нас есть прям конкретные исследования, у нас есть исследования, касающиеся того, насколько компании внедряют антикоррупционные политики в свою деятельность, да, и мы видим, что крупные корпорации, да, и средний бизнес это делают. Почему они это делают, мы будем в следующий раз обсуждать, да, но здесь стимулы в первую очередь финансовые, да, потому что это доступ к кредитам, это определенная репутация, на которую работают компании, и этот процесс, он запущен, он пошел, но он не дошел до уровня малых предприятий, да, потому что у них просто нет таких ресурсов, то есть это вот то, что мы будем обсуждать в следующий раз. Вот, да, пожалуйста. Да. Ага. Я очень активно занимался электронными учебниками и так далее. Что такое коррупция? Для издательства просвещения скупили все издательства, включая Драфт, и так далее. Да? То есть вы имеете в виду монопольное заняли положение? Да, она ввела необходимость сертифицировать учебники раз в 3 года. И менять, вот оно, лоббирование. Да, и менять раз в 3 года учебники. Да? Это значит, что в школах учебник, купленный 3 года назад, она уже 3 года использовать не может, наверное. Я понимаю, может быть, литература, история, там, экономика, да, там что-то есть, физика, химия, математика. Это те вещи, которые прекрасно написаны, которых не надо менять. Это первое. Да? Во-вторых, издательство просвещения полностью похоронило проект электронных учебников. Ну, потому что они не заинтересованы в этом, да. Конечно, им нужно производить, и чтобы у них покупали. Мало кто знает, что есть федеральный закон, по которому любой ученик школы России, который получил бумажный учебник, имеет право на электронный. Никто не знает.
Вот. При этом дети также, вот мы как бы делали это, эти проекты на территории Ивановской области, когда дети ходят с планшетом, да, все учебники скачивают бесплатно. То есть школьник получил учебники, он может ходить там вот до 4 класса с электронным планшетом, никому это не надо, посвящение это не надо. Ну да. Это и называется государственный лоббизм. Абсолютно. Деградации. Конечно, да. То есть там, где можно использовать как точку роста, да, это используется в итоге для доступа к ресурсам узкой какой-то заинтересованной группы. Спасибо за этот пример. Да. Да, пожалуйста. А скажите, у вас же очень много в Грузии из Transparency. Вы занимаетесь чем-то местным? У нас есть договоренность, здесь же есть свое подразделение Transparency. Есть, да? Да. Здесь есть Transparency International. Конечно, они находятся на Агмашине Белли. Я номер дома не помню, потому что 64. Вот этот, где TBC банк, вот это вот, где мозаика там, вот это здание. Они на втором этаже там находятся, можно, да, к ним прийти. Они очень открыты, они нам помогали. То есть мы когда переехали, использовали их офис. Там они всячески, да. Но у нас есть договоренность определенная. То есть мы все-таки, да, это как, знаете, как это, антикоррупционеры в изгнании. И мы это используем сейчас, чтобы все-таки работать там, с экспатами, да, взаимодействовать с теми, кто остался в России. Да, как-то, вот, допустим, книга жалоб, у нас же в основном жалобы на коррупцию в России, да, и мы продолжаем работать с этими кейсами, и часть команды у нас в России. Поэтому вот такое разделение. Да. То есть, что касается, допустим, Грузии, кейсов, которые связаны с злоупотреблениями в Грузии, этим занимается все-таки команда Грузии. Но если мы находим возможность для кооперации, имеется в виду, это эксперт поддержка, да, то есть у нас очень сильная расследовательская команда, и, конечно, коллеги могут обращаться, да, там, просить какую-то помощь, рекомендацию, или там мы можем обращаться, чтобы понять, что вот происходит, да, более глубоко изучить какую-то ситуацию, то есть вот так у нас такое разделение существует. Скажите, да. А время фальсификации выборов? Это не ваша тема? В последнее время у нас как-то у нас был эксперт Станислав Андрейчук, наверняка его знаете. Он работал в Transparency до 2014 года, и потом он ушел в «Голос». Да, и как-то, ну, получается, что определенные темы, они связаны с экспертами, да. И вот как Стас ушел, да, немножко интерес, он, конечно, он не пропал, но у нас просто нет сейчас специальных проектов, да, и именно потому, что мы считаем, что голос более квалифицированный, да, в этой сфере, и мы как бы уже, ну, вот, мы же не можем за все браться. Конечно, там, проблема коррупции, она очень широкая, но вот я уже постаралась показать несколько наших проектов, да, они тоже в разных сферах, они не узко какие-то, направленные. Но, да, сейчас у нас нет специального направления, которое у нас есть как бы government oversight, да, то есть надзор за тем, как вот органы власти вообще исполняют свои обязанности. Но у нас нет отдельной темы, связанной с противодействием коррупции именно на выборах. Есть пособие, которое еще Елена Панфилова писала про административный ресурс, да, который использовался на выборах. Но оно довольно старое, там, если не ошибаюсь, 2010 года. Вот. А после этого, к сожалению, не было ничего такого. Целенаправленно.